про армию часто шутят, что круглое в ней носят, а квадратное катают. Однако на войне никогда и ничего не делается просто так. Даже самые странные на первый взгляд вещи имеют под собой какое-то практичное обоснование. Например, во время афганской войны советские солдаты регулярно нагружали грузовики мешками с песком. Для чего же им мог понадобиться столь обременительный лишний груз, который занимал место, мешал удобно сидеть и сокращал возможности автомобиля по перевозке действительно полезных грузов? Несмотря на кажущийся примитивизм меры, обычные мешки с песком вполне могут спасти людей, сидящих в кунге. Даже с мешками ничего приятного от подрыва на бомбе людей не ждет, однако несколько десятков килограмм песка действительно неплохо глушат взрывную волну, а самое главное – замедляют осколки. Благо, армейские машины очень мощные и на ходовых качествах обременяющий груз почти никак не сказывается. На самом деле, подкладывать мешки с песком на случай подрыва советские, и не только советские, солдаты додумались задолго до афганской войны. Мера противодействия взрывам была придумана в поле. К концу 70-х описание данной методики уже входило во все учебные наставления по организации контрпартизанской борьбы.